Ахтемур, Республика Дагестан. Готовится. Вес плюс, но после 4 килограмма. Красный, Пересваев, Рахман, Чеченская Республика, Синий, Дорохин, Дмитрий, Ставропольский край. Синий октагон. Бойцы-рефери. 71 килограмм, 16-17 лет. Кулаев Сайхан, Чеченская Республика. Ахмедов Тимур, Республика Дагестан. Выходим. В этом поединке техническим нокаутом побеждает спортсмен красной экипировки. Кулаев Сайхан. Красный. Техническое время. В красный октагон приглашается возраст 14-15 лет, вес 52 килограмма. Красный Ахмед Гираев Сабан, Чеченская Республика. Синий Искандеров Ислам, Ставропольский край. За ними готовится. Вес 61 килограмм, красный, Дубаев Рахман, Чеченская Республика, синий Исмаилов Абубакар, Республика Дагестан. Так, стоп. Вот это весь угол. Один секундант, один снимает. Остальные все освободите этот угол. Все до единого. Давай. Все, один секундант, один оператор. Остальные выходим. В октагоне красный Кулаев Сайхан, синий Ахмедов Тимур. Вес плюс 66 килограмм. Красный Дурбахаров
Сургутан, Республика Дагестан, синий. Так, ребята, ребята, охрана, охрана идет из Павлова к ворота. Вот футбольные ворота, ребята, охрана поработает. Зачинщики драки будут дисквалифицированы. Если сейчас не примут меры к их успокоению, я дисквалифицирую их руководителей. Стоп. Время. Антон. Зачинщики драки будут дисквалифицированы. Покинь нерабочую зону. Покиньте рабочую зону.